Это не должно повториться, так называется школьный музей в школе номер 24 имени маршала авиации Красовского. Минувшую пятницу сюда приехали представители Совета ветеранов городского округа Щелково, ветеранской организации «Монина», депутаты. Они приняли участие в церемонии награждения организаторов музейной экспозиции, удостоенной первого места по итогам всероссийского смотр-конкурса, проведенного Советом ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации. Смотр-конкурс был посвящен 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Конечно, здесь бываем, подсказываем, даем по возможности материал. Ну а дальше все зависело от них, по отношению. Я думаю, что заслуженная победа тем, что он очень, во-первых, широко освещался и освещают его непосредственные ученики этой школы. Экспонаты этого школьного музея собирают уже более полувека. Здесь бывали родственники тех, о ком рассказывают материалы, представленные на стендах. На одном из них фотографии и документы, рассказывающие о генерале Карбышеве, героически погибшем за стенках фашистского концлагеря в 1945 году. На данный момент мы готовим с нашим музеем и руководителем проект, в котором мы также скажем про этого героя. Один из стендов посвящен выпускнику школы Виктору Нечепко, героически погибшему во время проведения контртеррористической операции в Чечне в 2001 году. Сюда, на 50-летний юбилей нашего музея, приезжали его однополчане. Последний подарок, который мы получили, это учебный парашют, с которым летал сам Виктор. На церемонии награждения почетной грамоты Совета ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации депутат Совета депутатов городского округа Щелково Владимир Козлов сообщил, что коллектив музея получит от представительного органа власти муниципалитета на развитие своих экспозиций субсидию в размере 200 000 рублей. Андрей Цеханович, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.